Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Бойцы Хаоса». Поехали. Так, у нас с тобой здесь есть выбор бойца. Я не знаю, кто и что из себя представляет. Ну, давай возьмем вот этого рыцаря, к примеру. Так, сервер у нас номер 27. Принимаем. То есть это получается у нас онлайновая игруха. Судя по всему, это должны быть бои. Так, добро пожаловать в мир. Жалко, конечно, что она на английском языке. А сама по себе, я так понимаю, она вообще китайская, да? Так, что, карандаш я ему должен надеть в руки? Ну, предположим. И отправляемся с тобой в путешествие. Я просто хочу посмотреть, что она из себя сейчас в данный момент вообще представляет, эта игра. Какой тип? Боевка, не боевка. Ах, вот так. Все. Приблизительно, ребят, я понял, что от нее нам ждать. Так, я получил второй уровень, и у меня открывается новый скилл. Что-то как-то больно быстро я прокачиваться начал. Хорошо. Так. Ну, как ты понимаешь, считать тут нет смысла, потому что все на английском языке. Огонь. Ну, предположим, я возьму огонь. Как они меня просят, да? Что здесь? Ну. Ага, карандаш можно усилить. Оружие тоже мне, да? Карандаш. Квесты. Типа, готов идти? Да, готов. Меня туда отправляет. Опять, да? Ну, я так понимаю, ребята, автобой у нас тут. Сам по себе. Ух, как хорошечно-то. Вот и все, жаба спеклась. И, по ходу дела, это, ребята, у нас идет обучение. Че ты плачешь-то? Оу, новый скилл. Да ладно, ты серьезно, что ли? Ну, погнали дальше тогда. Опа. На-ка, плевок. И карандашом, правильно, так его и надо. Он с мечом, а мы с карандашом. Опа, видал, какой у нас колокол. Судя по всему, это защита, друзья мои. Мне почему-то так кажется. Хм, смотри-ка. Какой-то новый персонаж, наверное, скоро у нас появится. А вот это будет главный босс, да? Ну что же, давай отправимся, посмотрим. Тут какие-то маги, Гарри Поттеры. А зачем он плюет? Вот этого не могу понять. Может быть, он типа его ослепляет, чтобы тут промахнулся? На-ка. Будет еще тут против моего карандаша выпендриваться, да, друзья мои? Пока все довольно легко и просто. И понятно, самое что удивительно. Еще один скилл получаем. Это ж сколько у меня скиллов-то, ё-моё, будет. Опять жаба. А, вот у нас есть вообще супер ускорение. Окей. Скелет. Эй, драпает от песика. Ну, давай. Так, на супер ускорение, ребята. Все, жабу завалили. То есть, я так понимаю, у нас как бы... Ох, ё-моё, новый скилл. То есть мы с тобой должны, видимо, дойти до босса и забомбить его. Судя по всему. Ну, персонажей здесь на самом деле много. Бэм, видишь, ноль. Вообще, ребята, не может пробить мою защиту. А защита такая прикольная, купол. Мы с тобой получаем только в данный момент голду и опыт. Ну, ничего, сейчас мы посмотрим, что это тут у нас за бассера. Это у нас только первая локация, которую мы с тобой проходим. Ох ты, у него зонтик. 90 хп. Ну, понятное дело, что мы его сейчас разбомбим, ребят. Что тут нам сделать? Да ничего. Хорошо, так мы его... Он еще и горит при этом, ребят. Получает постепенный урон. И это классно. Видишь? Минус 4. Ну-ка, добиваем его. Нет, еще живет гаденыш. С одной хпшкой, да? На-кася, выкуси. Хлобуда несчастный. Ничего, ничего. Я просто сейчас хочу посмотреть...
Что же здесь за босс такой? Опа, с кинжалами с такими. На-ка, плевок тебе в лицо. Слушай, а мы где-то можем с тобой... А, вот у нас, ребята, все скиллы. То есть мы можем сами с тобой даже их юзать. У нас даже, вон, смотри, что есть. Воскрешение, что ли? Если невзначай вдруг убьют. А у него что? Все, у него только отравление. На-ка. Вот и все, ребята, и распластался. Ох ты. А что вот это такое? Не знаю, наверное, рекламу посмотреть. Нифига себе, красная шапочка волка завалила. Оу. Друзья мои, еще один новый скилл. Какая-то бомба. А вот и босс, а вот и босс. Давай-ка посмотрим. Слушай, монстр Скорпион 10 уровня. Не кисло. Я-то 8. Ну-ка, давай. Нери, бомби его, Нери. Тьф. Слушай, он... Это точно компьютерный? И за него никто не играет? Так, мы его и током бомбим. Что там только не делаем с ним, смотри. На, мы должны его победить. Друзья, мы обязаны его вырубить, ты понимаешь? Со своим Дадао тут бегает. На-ка, еще получи. Он меня не пробьет. Не сможет купол пробить. Ха-ха. Это имба, кстати. То, что купол нельзя пробить. Вот и все, друзья. Вот он и рассыпался. Так. Что? Блин, да куда же я нажал-то, а? Что-то я маленечко... Ну-ка, дай-ка ускоримся. Я не врублюсь. Мы завалили с тобой босса или нет? Или мне нужно на него нажимать? Сейчас, подожди, сейчас посмотрим. Этого-то я победить смогу. Ох, ё! Дубинка, нифига, ребята. Тяжелая. Ты посмотри ее характеристики. Плюс 3 слота. Конечно, я возьму. Еще спрашивают меня. Ну, она на 11 уровень, по-моему, да, ребят? Так, новый скилл. Ну-ка, посмотрим. Опять вот, да? То есть, получается, нам просто надо, ребята, выходить. Блин, я возьму дубинку эту. Нафиг мне этот карандаш нужен, если, конечно, смогу его взять. На-ка. Надо выходить отсюда, получается. А как мне... Ага, принять. Опять новый скилл. Да сколько тут скиллов. Мне кажется, тут все будет завязано на скиллах. Кто круче скиллы возьмет, тот и сможет победить. Так, давай-ка мы с тобой... А как мне выйти на персонажа? Вот. Ёлки-палки, да у нас тут, смотри. Так, экипируем. Ага, мне говорят, парень, ты еще маловато носить такие вещи, хорошо. А вот это-то куда? Экипировать. Ой, нет, не надо мне скелетика. А вот это что? Ё-моё, до 30 уровня надо. Короче, одеваем ботинки. А здесь есть автоматические? Ну, чтобы автоматом надеть самое лучшее. Нет? Вот. Нет, это автосортировка. Это немножко не то. Использовать, ну-ка. Опа, сундук, ребята. Ох, неплохенько так. Но вот это я могу надеть. Нет, тоже не могу. Это вообще на 16 уровень. Короче, давай наденем наручи вот эти вот. Дальше оденем вот эту вот рубашку. Бандану. Подвесочку. Ну, естественно, штанишки. Колечко не могу пока. Уровень маленький, да?
Ага, еще одна сумка у нас тут. Что же в ней? А что пишут? А, она откроется на 15 уровне, ребят. То есть я пока не могу ничего сделать. Но в принципе, у меня только нет кольца и питомца. Кольца и питомца. Ну что, погнали тогда дальше смотреть. Ух, ё. Тут уже дорожка такая довольно длинная. Поехали, посмотрим, что у нас тут будет. А, тихо, тихо, тихо. Пенек паршивый, да, здесь? Слушай, у меня же 10 уровень. Почему я не надел кольцо? Ведь можно было. Я что-то подумал, что у меня 9 уровень всего лишь. Ну-ка давай, на ускорение. На тебе. Да, это тренд, пенек. Так, секундочку. Кольцо одень, пожалуйста. Все. Знаешь, что мне еще хочется посмотреть? О-о-о-о. Так. Очень занятно. Ну-ка давай посмотрим вот этот скилл. И вот этот. А это, скорее всего, отражение. Вот сюда поставим. И луч. Вот так вот сделаю, ребят. Посмотрим. Тут, видишь, тут огонь, земля, молния, винт, заморозка, тайджутсу. Это уже какие-то, я не знаю, стойки. Галоп. А, скорость плюс 5 к эффекту, да? Окей. А есть у нас, как бы тебе сказать, могу я вообще выйти в этот бэк назад, назад? Куда-то в мир, ё-моё. Я просто пошел на основную сюжетку, да? Хорошая работа, что-то у нас открылось. Квест. Пока не надо. Вот тут у нас что? Принять. О! Наградушку мы с тобой забираем. Как хорошо-то. И реварды. Чего? А, не понял. Почему у меня вся энергия? Не уверен. Так, ладно, хорошо, не хочешь давать, не надо. Колесо кота? Колесо фортуны? И... Полить дерево. А здесь? Блин, вот бы русский язык бы... Цены бы не было, ребят. Понимаешь? И цены бы не было игре. Так, мы тут... О, вот оно как. Понял. Это у нас приключение, да? Тут еще, смотри. Гильдия. В основном корейские гильдии, да? Так, опа, ассистент. И что? А, ну это гайд. Гильдия, энергия, в общем, все это. А вот это вот мы с тобой уже заработали. Это что можно заработать. Понял. Аренка. Гильдия. Что? Бабл Фактори? Секретный магазин? Только не говори, что зависла игра, нет. Ох ты. А это, ребят, я как понимаю, супер бойцы. Они стоят определенный монет. Тор. Шинигами. Багнер, Мерв. Альтира, Войд. А, слушай, скорее всего, вот этот тур какой-то еще мировой. Мировой турнир. Это гильдия. А вот что вот здесь, например? Я хочу подраться. Можно? Сюда. Так, ну, например.
Что? Так, у меня что? У меня... Да как... Какие у меня 40? У меня не может быть 40 побед. Что они там приписывают? Ну-ка посмотрим. Посмотрим, как... Ох, нифига, ребята, бомбочку киданул. На-ка, получил я по морде. Она с какими-то ветками здесь. Я теперь понял, для чего нам нужно с тобой приключение. Ребята, только там мы получаем опыт для прокачки. То есть наш герой прокачивается именно на приключениях. На-ка... О! Ака! Классно, ты видел, отражение получили? Опа, заблокировали. Давай, на-ка. Да блин, ты посмотри, какая жучара. Она перехватывает мои бомбочки и бросает их обратно мне в лицо. На тебе карандашом. Все, ребят, победушка за нами. О, репутацию мы получаем, ребята. И плюс 4 страха. Нет, не страха, хонор, что это? А, медали, 4 медали. Так, это, я так понимаю, побежденный, да? Ну да, избитый. И-и-и, красная шапочка. Хотя, чё, почему бы и нет? Почему бы нам с тобой не отдубасить красную шапочку? Ну-ка. Ага, не нравится ей. Да отвали ты, елки-палки, взял и мне прутиком по лицу прям дала, прикинь. Просто, на, говорит, получи щей. А мы отражаем урон. Так, а мы... У нас только бомба, у нас вот... А вот это вот что такое, а? Отражение очень хорошо, ребят, мне нравится. Да елки-палки, ты достала. Давай ускоримся маленько. Е! Замечательно, идем. Так, теперь... Может быть лорда? Давай лорда этого завалим. Погнали. Причем у меня статус новичок стоит. Так, подожди, я хочу посмотреть просто... Они все с палками с какими-то. Ну, тут можно ускориться, наверное, да? На, бомбочку. Еще получи. Ну, мы его ушатали. Причем довольно быстро. То есть, если я вот этих всех чувачков смогу победить, я перехожу в следующий ранг. Ага, вот оно что. Это новички. Это уже такие, средний класс. А это, походу... Слушай, это случайно не этот ли парень, соломенная шляпа-то? Как его звать-то? Резиновые руки-то. Это Зенг Ксяуки, ё-моё. Ну-ка, давай-ка мы его сейчас накостыляем чутко. Тут еще, видишь, какой-то чувак на големе может там... Что он там с веточкой? Ну, у них понятно, ребята, 200 здоровья, это вообще ни о чем, поэтому мы их тут и разбираем с полтыка. Ох ты, вот это мне нравится, когда они могут просто брать мои снаряды и обратно мне же в лицо их кидать. Ну что, выходит, мы здесь... А, нет, не все. Вот еще. Гарри Поттер. Он, кстати, тоже новичок. IBM. Ну, давай. На тебе. Спрутик. С прутиком. На, все, ребята, ему крышка. Все довольно легко и быстро. А вот насчет... Да, видишь, здесь мы все, ребят, с вами сделали. А давай сюда, вот просто хотя бы глянем. Давай, ну-ка. Сможем одолеть или нет? Сколько у него там хп, сейчас посмотрим. Вуконг. У него 300, оу. Так, подожди, подожди, подожди. На-ка. И что-то у меня отражение как-то не срабатывает. Вот. Нифига мы ему отразили урона. Да, друзья, крышка ему. Детский сад, елки-палки. Неужели я настолько крут? Так, челлендж реворд. Я вот это не могу понять, чё, куда оно идет-то все? На почту мне, наверное, да? Типа. Ну-ка. А что такое, интересно, тур? Это Кейрю, по-моему. Так, энергия, энергия, что-то все моргает. Ну, понятно, фул энергия. Это приключение, это шоп.
Это кузня, да? Заточить. Вот оно что. Мы можем затачивать наши предметы. Вот что это такое? Мировой тур. Угу. А, тут говорят, парень, ты в мировой тур пойдешь только когда у тебя будет 20 уровень, не раньше. Тут ивентов целая куча, ё-моё. Я не могу понять, почему ты это я не могу взять, а? Что-то не выполнил, что ли? Чат молчит. Кроме меня кто-нибудь еще есть? Или нету? А, вот как можно, да, сделать? Это мне, наверное, кажется, надо зарегистрироваться в Фейсбуке. Да, тогда у тебя будут друзья. Скорее всего. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами закончим на эту... Ну что, дорогие друзья, на этом мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!